Каждый год хозяйки к Новому году ищут рецепты новых, вкусных, изысканных блюд, чтобы порадовать близких и гостей. Мы предлагаем приготовить ароматные, нежные, сочные рулетики из грудки индейки. Такого еще не пробовали? Тогда готовим. Для праздничного блюда нам понадобится творожный сыр «Савушкин» сливочный слайсами, грудка индейки, полоски бекона, болгарский перчик, оливковое масло первого отжима, соль, перец, прованские травы, несколько листиков свежего розмарина, а также сыр «Брест-Литовск» классический для запекания. Включаем духовку разогреваться и сразу же займемся мясом. Грудку индейки нужно разрезать на 4 части, ополоснуть прохладной водой, просушить и отбить. На каждую отбивную кладем полоски бекона. Болгарский перчик режем на тонкие полосочки, кладем поверх бекона. Творожный сыр сливочный слайсами выкладываем сверху. Особенный сливочный вкус этого сыра придаст изысканности нашему блюду. Наша многослойная отбивная готова превратиться в рулетик. Каждую из них аккуратно сворачиваем, подворачивая по бокам. А теперь каждый рулетик смазываем оливковым маслом и заворачиваем в фольгу. Получаются такие вот конфетки. Отправляем их в разогретую духовку на 30 минут. Достаем из фольги почти готовые мясные конфетки, выкладываем их в форму, добавляем для аромата несколько веточек свежего розмарина, посыпаем мясо прованскими травами и теперь самое вкусное. Натираем на терке сыр Брест-Литовск классический и обильно посыпаем наши рулетики. Ставим в духовку буквально на 10 минут. Такое вот аппетитное, ароматное блюдо с корочкой из расплавленного сыра у нас получилось. В Новый год с новым блюдом. Радуйте своих близких, делитесь с ними теплом и вкусной едой. Всего вам самого доброго в новом году!